Об итогах отправления правосудия Кибастузским городским судом за прошедший год рассказали на брифинге. Спикером выступил председатель Руслан Сарсен. По его словам, за отчетный период судом рассмотрено около 6 тысяч дел. 175 уголовных дел, 3032 гражданских дела, а также административные дела, которые составляют 2675 административных дел. Как вы себе понимаете, знаете о том, что с июля месяца 2021 года административный суд города Кибастуза был упразднен и, соответственно, он был передан на рассмотрение в Кибастузский городской суд. И сейчас данные судьи находятся в штате Кибастузского городского суда и рассматриваются Кибастузским городским судом три специализации. Это у нас уголовное, гражданское и административное производство. По словам спикера, за прошедший год по гражданским делам окончено производством 3032 дела, а это на 501 меньше, чем за 2021 год. С вынесением решения окончено 1554 дела. Также в упрощенное производство рассмотрено 203 дела. Касаемо прекращенного производства по делу, это 485 дел, по которым заключены медиативные соглашения, а также партисипативные процедуры проведены. Это порядка 485 дел, что составляет 96%. Из них получается мирового соглашения, это у нас 8. Процедуры, партисипативные процедуры составляют 3 дела. Касаемо по медиации, это 350 дел. То есть у нас сейчас продуктивность по заключению медиативного соглашения, поскольку законодательством установлено примирители. У нас в производстве Кибастузского городского суда составляет два медиатора, по которым все дела проходят через медиатора. Это означаемо как фильтр. По ним проводится вся процедура, то есть соблюдением как досудебного, так и внесудебного порядка. Кроме того, также стараемся, чтобы данное дело окончено было миром. Мы всячески, у нас получается по срокам 10-дневный срок, мы в течение 10 рабочих дней мы стараемся их примирить, принимаем всяческие меры, приглашаем их. У нас есть кабинет медиатора, где созданы условия для разговора. Также за отчетный период окончено производством 175 уголовных дел на 193 лица. Осуждено 158 граждан, из них к лишению свободы 43 человека. За 12 месяцев 2022 года прекращено 24 дела. Также это преступления небольшой и средней тяжести прекращены в связи с примирением сторон. Также касаемо карательной практики по уголовным делам, в Кибастузском городском суде составляет 27%. При этом за преступление небольшой тяжести это 17,6%, а средней тяжести 13,4%. За тяжкие 47%, тогда как в 2021 году составляло 47,5%, что свидетельствует суду карательная практика уменьшилась по числу осужденных к лишению свободы. То есть это с 32,9% до 27,2%. Это связано с тем, что карательная практика уменьшилась ввиду того, что преступления, которые были отнесены по преступлению по неоднократности, они перенесены в тяжкие преступления. По тем основаниям, поскольку фактически, как вы все понимаете, в основном совершаются кражи, то есть преступления против личности. И в связи с этим законодатель установил, что в случае неоднократности составления преступления оно должно отнесено к тяжким преступлениям. Соответственно, по тяжким преступлениям предусматривают как альтернативные меры, так и лишение свободы. В 2022 году в специализированный суд по административным правонарушениям до упразднения поступило 1338 дел, в городской суд 1360 дел. Итого в 2022 году было рассмотрено 2698 дел. Сейчас Кибастузским городским судом проводятся мероприятия, направленные на обеспечение открытости и прозрачности работы, укрепление доверия населения.